Bu bir konuşlayıver. Bunda diskriminasyon işte değil. Как оказалось, сейчас современную татарскую поэзию пишут больше женщины, а прозу мужчины. Такое вот гендерное различие стало очевидно по результатам конкурса. Он был объявлен комиссией при президенте республики по вопросам сохранения и развития татарского языка и принес еще немало сюрпризов. Никто заранее не знал, кто автор того или иного произведения. Заявки принимали под псевдонимами. Сразу в трех номинациях «Поэма, стихи и детская литература» победил один участник. Лилия Гибадуллина, 34-летняя поэтесса из Набережных Челнов. В номинации «Романы» все 15 эпосов были написаны мужчинами. И более того, первые два призовых места получили известные журналисты. Я писал не исторический труд. Я писал художественное произведение, основанное на исторических фактах, которые мне там были известны. Это не биография хана Узбека. Это тот образ хана Узбека, который возник в моей фантазии, если хотите. Да? Не уверен, что этот роман – детектив. Потому что я, конечно, тут немножко спойлерю, как говорится, в таких случаях, немножко раскрываю секреты. В этом романе в конце происходит убийство. А вот почему оно происходит, читатели могут узнать, когда прочитают роман. По словам членов жюри, впервые конкурс прошел в таких масштабах. Об этом можно судить и по количеству присланных заявок, и по номинациям, и по сумме премии. На суд жюри были представлены все виды жанров, кроме драматургии. Что касается тем, то в работах присутствовала и любовная лирика, и психологические драмы, и исторические эпосы. Но и самую большую премию в 500 тысяч рублей получил автор романа «Бирсагаттанища мизгельбар» Зульфат Хакимов. Этим произведением он снова возвращается на литературный небосклон. Времена меняются, жизнь меняется, люди, казалось бы, меняются, но оставаться человеком – это всегда очень важно, очень нужно и очень ценно. По условиям конкурса все произведения победителей будут напечатаны в главном литературном журнале Татарстана «Куазан Утлары». В будущем планируют издать и романы в книгах. Ильзира Юзаева и Константин Бушуев, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.